Тренировка юных боксеров Икара длится 2-3 часа, за которые ребята успевают развивать не только физические способности. Числовая таблица помогает отработать внимание, шахматы, логику и тактическое мышление. Возможно, именно поэтому саровские спортсмены нередко становятся победителями и призерами на соревнованиях. Последние трофеи боксеры привезли с открытого первенства, которое прошло в Кулебаках. Это были мои первые соревнования. Я уже занимаюсь год с половиной. На протяжении 3 раундов держался очень смело и хорошо подступал к сопернику. С дебютных соревнований Игорь Шмидт привез серебро. Золото удалось завоевать Максиму Филиппову. В бокс юноша пришел 2 года назад для того, чтобы получить навыки самообороны. Со временем Максим втянулся, теперь ставит перед собой цель подняться на олимпийский пьедестал. Была одна встреча с соперником. Соперник был поопытнее меня. Вот. Больше боев. Я его победил. Рамазан Султанов ежедневно занимается в тренировочном зале и дома. Вместе с наставником Вячеславом Дроновым разрабатывает тактику на момент встречи с соперником. Первые 10 секунд я смотрю на соперника, что делает, раздергиваю его, а потом уже остальные раунды боксирую. Первое место, по словам Рамазана, завоевать было легко. Соперник уступал в силах. Саровчанину оставалось лишь показать результаты упорных тренировок. Итог очередного выезда воспитанников ИКАРа – 7 золотых и 2 серебряных медали. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».